Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 марта. Сегодня у нас пасмурная погода, солнышка нет, мы гулять не пошли, сидим дома. Вот я пришла поливать свои томаты, провожу полив. И хочу еще раз поговорить о лампах. Потому что, как только начался сезон, сразу посыпались вопросы. Я про лампы уже снимала видео, я вот ссылку сейчас в описании к видео расположу. Кто не смотрел, смотрите. Еще раз рассказывать про лампы не буду. Скажу только два слова буквально. Сейчас появились комментарии, в которых пишут, что вот я как-то сказала, что выращивают под такими простыми лампами обыкновенные лампы дневного света. Появились комментарии, что под такими лампами ничего не вырастет, надо фитолампы. Сразу успокою всех начинающих. Не имеет никакого значения, фитолампа у вас или простая лампа. Разница только в цене. Фитолампа в несколько раз дороже. Она очень дорогая, фитолампа. И если у вас стеллаж в несколько ярусов, естественно, что это очень дорого обойдется. Я купила, у меня всего две фитолампы. Остальные более 20 простые. Вот я уже рассказывала. Ну, посмотрите видео. А вот обыкновенные лампы дневного света. Все хорошо под ними растет. Вот смотрите, какая рассада. Но куда еще лучше? Один вообще написал, под такой лампой только укроп выращивать. Не слушайте никого. Я вам вот как от всей души, ну как от чистого сердца советую. Если у вас нет средств на фитолампы, не покупайте вы их, не разоряйтесь. Конечно, все вот, как сказать, профессиональные там блогеры, которые дают советы. Я смотрю, у них вот этот розовый свет, фитолампы. У меня тоже есть розовый свет. Но я вас уверяю, под простыми лампами получается такая же классная, хорошая, толстенькая рассада. Вот эта рассада у меня без подкормок, ничем я ее не кормила. Растет вот под простыми, под такими лампами. И вся рассада у меня растет под простыми лампами дневного света. Так что для получения хорошей, здоровой, крепкой рассады фитолампа не нужна. Можно все вырастить под простой лампой. Стоимость 60-70 рублей вот одной лампы. Все, до свидания. Просто не могла не сказать это, потому что уже эти комментаторы про то, что эти лампы ерунда, вы их не покупаете, под ними ничего не вырастет. Я выращиваю в течение многих лет под простыми лампами дневного света. Растениям все равно какой свет.